Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами DreyFoyer. И добро пожаловать в... Я его прозвал экспресс-видео, потому что оно вышло не по плану. А сегодня у нас... просто оно слишком рано вышло. Точнее, даже поздно. Я вот даже не знаю, как сказать. Слишком рано или слишком поздно? Непонятно. В общем, как вы поняли, это гильдийный квест за... Убийца ранкаров, и сейчас мы играем. Я забыл, что видос хотел записать, поэтому я стартую отсюда. Да, давайте попробуем пройти этот квест. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте мочить. У меня тут вон Арихимая. Ой, господи, Арихима. Рукия. Потом у нас идет Нелка и, конечно же, Сойка, потому что они у меня прокачаны. Ой, блин. Не успел перезайти. В итоге подох. Ну, короче, сейчас зато заново покажу вам условия. Вот такие условия. Значит, Damage X5 по Аранкарам. Сат X2. И, собственно, за ближников нужно играть. Вот враги, боссы. Последний босс у нас Wonderwise. От Нелки надо лучше всего постараться укрыться, потому что у меня персонаж вот так собран. С фулл стамина айзенами. Сойка. С надлинками. И Нелка тоже самое. С Чаппи и надлинками. Пока 11 миллионов, но это исправимо очень легко, потому что я не успел перезайти банально, и все. Это не так страшно. По крайней мере, у меня еще две попытки точно есть. Постараюсь сейчас не попасться под ульту. Ой, под ульту, под первый прием этой Нелки. Так, нормально, нормально. Давайте, мочите. Так, Милороза, уберите, пожалуйста. Завалите ее, прошу вас. А, блин. Ну все. Перезаходим, наверное. Да. Вот те, кто морозильники, то бишь руки, тошек и так далее, то есть ледяные ребята, они очень полезны на таких квестах. То, что паралич, что заморозка, ну и в частности, конечно, замедление и кровотечение, они очень полезные дебафы. Так, тут у нас могут что-то появились как-то странно. О, зашибись. Ребятки, давайте-ка. Воу. Так, аккуратно. Не заденьте. Да, радиус у нее, конечно, отстойнейший. Так. О, отлично. Давай. Давайте мочить ее. Его, точнее. Wonderwise. Надо было им Last Ditch Survival поставить. Нет! А, ну вот у меня есть. Бам! Сойки. Ну и Нелки поставим. Вот это. Попробуем так. Последний тикет. Видос коротенький, да, просто обозреть ГК, ну и, собственно, пройти его. 26 миллионов, это охрененный результат, значит, вы почти убили босса последнего. А значит, вы до него дошли, а значит, все окей. Плохо это, когда вы пятого босса не дошли. А так, все отлично. Так, Нелка издевается над этим. Так, куда он стрелять-то будет? Скорее всего, сюда. Снять с руки ее бить бесполезно как-то. Да. О, давайте, мочите, мочите. Может, что-нибудь ослабление какие-то, а? Потому что я тут вроде не справляюсь. Underwise, давайте, морозьте его. О, буст. Давайте, девчонки, замочите. Слушай, а у меня какая-то женская тима. Прям. О, все, отлично. Все, супер.
Фу, пройден. Этот ГК легче, чем тот вчерашний, значит, прошлый. Отлично, о, какие же награды я получил. Оу, е. 6 наград и 1 урт. Классно. 27 миллионов 634 тысячи очков. Вот так вот. Это такой ГК. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, кем вы его проходите и на сколько очков. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следить по всем ссылкам, что есть в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Нажимайте на колокольчик уведомлений, если он еще не включен. И обязательно посмотрите плейлист с игрой по Bleach Brave Souls. Там огромное количество видео, и из них вы можете выбрать любое и посмотреть, как все было раньше. Ну или как будет еще. А на этом все. С вами был DriveFoyer, это была игра Bleach Brave Souls. Всем удачи и всем пока.